Здравствуйте! С вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травм, коллекционер народных методов лечения. И я нахожусь в Академгородке на втором этаже в торговом центре. И вот здесь вот фирменный магазин «Вершки и корешки». Это магазин эко-направленности, и кроме массы вкусных съедобных вещей, пророщенных зернышков, кедровых масел, масел прямого отжива, здесь есть целая полка космецевтики, то есть той косметики, которая поможет человеку в определенных болезненных таких ситуациях. Ну, очень сильно распространено, особенно сейчас весной, обостряются все суставные болячки. Это различные артрозы, плюс люди после зимней спячки начинают разнообразные пробежки, и тут же получается растяжение связочек, подворачивание голеностопов. В общем, масса проблем, и даже просто вот боль в колене, она надолго человека выбивает из рядов активных пользователей. Но, наверное, медицина, наверное, это первая была мазь, которую делали все, всегда, все знахари. Это вот у нас от суставных болезней. Я, наверное, тысячу вариантов знаю, которые мы сами делали, мешали. Ну, сейчас работают производители, которые восстанавливают какие-то старые лекарства, старые рецептуры, вводят это вновь. Ну, в общем, все для любимых, в общем, пользователей и покупателей. И вот у меня тут такие две красивые коробочки. Одна беленькая, другая черненькая. Вот. Это у нас производство города Бийска. Это у нас вот именно сустав плюс и активные форты, кремогели. Ну, то, что это крема-гели, это, в общем-то, хорошо, потому что любая гелевая основа, она гораздо лучше входит в ткани, чем мазевая основа. То есть, это вот тут классика жанра. Дальше они немножко различаются. Вот мы берем этот крем, активные форты для массажа тела в области сустава, желчь медицинская. И мы смотрим дальше его состав. Вот здесь желчь медицинская, бодяга и сабельник. Ну, во-первых, желчь медицинская, мы ее использовали, когда, наверное, вообще ничего не было, и каждый знал, что желчь, она немного обезболивает, она снимает отеки, она, в общем-то, хорошо проникает вовнутрь, и на мясокомбинате, в общем-то, каждый закупал эту очень дурно пахнущую жидкость желчь. Вот. Бодяга – это у нас пресноводная губка. Раньше бодяга продавалась в порошочке, ее использовали от синяков для вот снятия вот этих всех гематом. Причем эту бодягу разводили либо в подсолнечном масле, либо в водичке, либо в перекиси. Намазываешь на место синяка, синяка как не бывало. Она очень хорошо рассасывает, но немножко покалывает. И, значит, у нас сабельник. Сабельник, в общем-то, даже и переводится как отсекающий боль. В общем, сабельник достаточно известное растение, которое используется при лечении суставных болезней. Ну вот, поэтому имейте в виду, вот такой крем активный форте, который, в общем-то, с сабельником, с бодягой и желчью медицинской, он будет одновременно снимать отеки, обезболивать, убирать вот эти вот варикозные мелкие, которые образуются вокруг сустава, звездочки, в общем-то, вот это вот венозную некое застойное явление венозное. И плюс ко всему сабельник будет воздействовать опять же на суставы положительно. Та же самая фирма. И вот здесь вот сустав плюс форте. Чуть другой состав добавлено. Сейчас мы посмотрим, что у нас. Здесь опять же медицинская желчь как составляющая. Ну, еще добавлено мумию и коллаген. Что мы имеем в результате смены игроков на поле? Медицинская желчь будет точно так же обезболивать. Мумию – хорошее противовоспалительное средство и питание. Особенно тех косточек, которые были сломаны. То есть после того, как были какие-то травмы. Спортивные, неспортивные, нечаянные, не нечаянные. То есть в этом лучше, в этом случае вот данный будет препарат. То есть это не сколько обезболивает, сколько, в общем-то, способствует хорошему функционированию.
значит, наших костей. Ну и коллаген, опять же, как питательная субстанция именно для сломанных косточек. Поэтому, ну, здесь состав-то еще более шикарный, то есть он там еще более что намешан. Но я вам сказала, вот три активных компонента, которые будут действовать в данных кремах. Поэтому имейте в виду, что вот в магазинах вершки и корешки появились новые крема от суставных проблем. Спрашивайте, консультанты наши, продавцы вас проконсультируют. Главное, вам нужно прийти и определиться с выбором.